Я надеюсь, это визит вежливости. Ага. Зашел вежливо попросить от тебя одолжить мне немного частиц. Хочу уменьшить один от тебя. В таком случае тебе потребуется проникнуть на секретную базу АИМ. Приходилось слышать о Меридиане? Проникнуть туда будет непросто. Это место серьезно охраняется. Вдова? Должна сказать, когда ты злишься, речи у тебя выходят особенно вдохновляющими. Слушай, Над, мы вели себя как идиоты. Хоть я и люблю слушать, как ты корчишься от стыда, мне кажется, нас ждут дела. Я могу провести нас у Меридиан. Нас? Мы же все заодно, нет? У нас мало времени.
Когда меня арестовали, а им конфисковали все мои исследования, они пока не разобрались, как использовать мои частицы, но наверняка держат их под надежной охраной. Так, на базу Меридиан проникнуть не так уж и просто. Думаю, наилучшим вариантом будет захватить один из поездов гиперцепи и добраться на нем до самого сердца базы. Я могу взломать систему управления поездами, но это поставит под удар муравейник. Ваим смогут определить наше местоположение. Придется вам действовать быстро. Значит, просто возьмем и ворвемся на эту базу. Отлично. Я предпочитаю идти напрямую. За все время работы под прикрытием Ваим мне ничего не удалось выяснить о базе Меридиан. Волна, значит, сейчас выяснишь. Загружаю координаты входа на станцию гиперцепи. Выдвигаемся. А сколько у АИМ суперсекретных исследовательских баз? Слишком много. Но Меридиан одна из самых главных после Нью-Йоркской. Умный мужик, но частицы Пима стабильностью никогда не отличались. Если он их обуздал, нам очень повезло. Держим кулачки. Вы же знаете, что я вас слышу. А, черт, Над, опять! Прости, меняем канал. Мы сможем попасть на ближайший склад со снаряжением, если отключим энергетические узлы. Что там в груди стерло? Come on.
наверняка им. Противник на прицеле. Система безопасности деактивирована. Отлично. Спасибо огромное. Есть. Тео, за работу. Теперь ты в безопасности. Вот и станция. Она защищена силовым полем. Выведите из строя источник питания, тогда я смогу взломать систему и вызвать вам поезд. Ясно. Серьезная защита. Потребуется больше времени. Ясно. Нам надо попасть на поезд. Берегите зрение! Вот теперь
не снимаешь! Знают, что мы здесь. Разберемся. Чух-чух! Посадка заканчивается. Что, проверка безопасности пройдена, доктор Белова. Прошу, займите удобное место. Белова? Мой старый псевдоним. Проклятье! А им уже возле муравейника. Образец частиц нужен нам как можно скорее. Похоже, время вышло, Хэнк. Еще нет! Мы почти на месте. Осталось заполучить то, зачем явились. Это Меридиан. Боже мой, смотрю, эти воин без дела не сидят. Фиксирую излучение частиц Пима в центре базы. Высылаю координаты. Вот за что я люблю тебя, да. О, пап, вы такие милые. Проклятье! Мстители, у нас проблема. Похоже, им выследил адрес, с которого я взломал их системы. Мне поступают тревожные сигналы с периметра вокруг муравейника. Добывайте этот образец и возвращайтесь как можно скорее. Даже если мы найдем, не знаю, успеем ли мы добраться до вас. Минутку. Кажется, у меня есть идея. Адрес прямо на луч влево для здоровья! Ну-ка! Теперь не смотри. Эй, а это откуда взялось?
вероятности! Отправляю вам на подмогу Тео, одного из моих оперативников. Он телепортирует вас и образец назад в муравей. Телепортирует? Звучит интересно. Пожалуйста, поспешите, пока они не добрались до нас. Не самый неудобный. Это мой лучезарный клиент. Надо возвращаться в муравейник. Им нужна наша помощь. Вы нужны на передовой. Держитесь. О, спасибо. Я доставлю их доктору Пиму. А что это за место? Эй, парень, может, просветишь нас? Это укрытие недалеко от муравейника. А, тоже мне укрытие. Ладно, меньше слов, больше драки! Thank you.
Черт, дело плохо. Машина АИМ прорвется через несколько минут. Тогда надо ее уничтожить. Целитесь в глаз. Thank you.
поднимается. Нужно попасть в глаз. Я зафиксировал значительный телепортационный импульс. А, проклятие! Хэм, тебе нужно немедленно эвакуировать муравейник. Ни за что. Хэм, эта штука вроде еще не готова. Брось, Тони, что ты такой скучный? Не могу поверить. Сработало! Поздравляю, доктор Пим. У сопротивления теперь есть новое, весьма впечатляющее оружие. Они даже миленькие, когда такие маленькие. Спасибо, ребята. Я у вас в долгу. Спасибо вам за помощь. Я распоряжусь, чтобы необходимые вам частицы доставили на Химеру. Спасибо, док. Я знаю, ты меня не послушаешь, но все равно, будь осторожен. Постараюсь. Частицы, обещанные доктором Пимом. Удачи, железный человек. Спасибо. Она мне понадобится. А что такое проект «Звездное ускорение»? Встретимся в тех лаборатории, и сама все увидишь. Ну и задание тебе предстоит. Да ладно, на одну паническую атаку. Наверняка все отлажено идеально. А наверняка? Я не так выразился. Я хотел сказать, все будет хорошо. Не беспокойся надо. У
Не верится, что мы на это решились. Спасибо, кстати, что посмотрел схемы. Да не за что. Не хотелось бы, чтобы ты взорвался у нас на глазах. Если что, постараюсь взорваться в укромном месте. Береги себя, Тони. Спасибо, Нат.
Все испытания пока заканчивались плохо. Но с этим микроакселератором у меня есть шанс. Есть офигенный. 1,5 миллиарда за эти понты. Могу сгореть еще на взлете, но выглядеть буду отпадно. Все системы готовы к работе. Но должен предупредить, на пути вашего следования началась серьезная буря. Не одно, так другое. Ну, ждать больше нельзя. Тони, я закачала вам немного музыки в дорогу. О, нет. Не волнуйтесь, она не моя. Вы справитесь. Спасибо. Ладно. 3, 2, 1. Пульсары почти разряжены. Надеюсь, здесь не слишком много охраны. Странно, что они вообще работают после того, как дверь слетела. Yeah.
Так, ну-ка посмотрим. Минуточку. Ничего не понимаю. Восстановительная формула. Вот откуда такая голова. Вот источник. Скорее всего, кто-то из нелюдей. Ладно, поищем дверь. Фигня. Всего-то спасти кого-то из нелюдей. Никакой формулы, адаптоидов, одни аплодисменты. Сколько пыли. Похоже, сюда мало кто заходит. Больше нет. Теперь тихо взломаем следующую дверь, чтобы никого не разбудить. Эй, это ты обо мне? Если это не разбудило охранников, то их ничем не проймешь. Через шлюз, но эти сторожевые роботы не проснулись. Может, они должны не выпускать что-то наружу? Совсем не жутко.
Боже мой. Глеб. Надеюсь, ты жив. Стив. Стив. Господи, ты жив. Тони, стой. Что это такое? Где я? Тони, ты меня обнимаешь? Что? Нет, это чтобы ты не упал. Тогда что ж, не отпустишь? Да я просто... Мы думали... В смысле, я думал, что... Хорошо, что ты снова с нами. Голова кругом. Ага, пошли. Надо вытащить тебя отсюда. Стой. А Тарлтон? Он выжил? Тарлтон? Да какая разница? Он был слишком близко к взрыву. Он выжил? Благодаря тебе, кстати. И Монике, если верить новостям. Ничего не понял. Так, держись. Эвакуация. Все те люди. Ага, мы к этому еще вернемся. Идти можешь? Да, порядок. Все нормально. Идем. Теперь узнаю старину Кэпа. Идем. Ну, у тебя есть план? Ну, мы найдем спасательную капсулу и спасемся. Ты это на ходу придумываешь, да? Да, именно так. Вообще-то я не думал, что и сюда-то доберусь. Да. Тони, где остальные? Где это мы? Ну, в космосе. Боже. Так это была не шутка. Не-а. Ты точно справишься, Кэп? Порядок. Кровь застоялась. Видимо, некоторые навыки никуда не деваются. Нам надо вниз. Готов прыгать? Тони, что... Что происходит? Ну, долго рассказывать. Сколько я был? По твоим меркам, так, стремнул чуток. Похоже, все хотят, чтобы я остыл. Надо же, ты шутишь. Так себе шутка, но для тебя сойдет. Уже покидаете? Моника, давно не виделись.
Мой приятель Тарлтон явно не в восторге от использования крови супергероя для замены супергероев. Он в такие детали не вникает. Остановитесь немедленно. Минуточку. Джорджи ни о чем не знает, правда? И не узнает. О, кажется, мы ее разозлили. Тони! Сейчас все будет. Получилось. Вперед! Что за черт? Не обращай на них внимания. Скорее! Открывай! Открываю! Много командуешь для покойника. Придется применить. А сразу нельзя было? Хватайся с другой стороны. Почти. Еще. У нас гости. Нам не до драки. Шевелись. Берегись. Аккуратнее со стеклом, Кэп. Может, треснуть. Аккуратнее со стеклом, Кэп. Может, треснуть. Еще чуть-чуть, Кэп. Еще чуть-чуть, Кэп. Еще чуть-чуть, Кэп. Они прямо за мной. Еще чуть-чуть, Кэп. Они прямо за мной. Давай! Еще чуть-чуть, Кэп! Еще чуть-чуть, Кэп! Давай, давай! Тони, скорее! Старайся, а ты отвлеки! Двигатели отказали. Тони! Ну же. Да-да-да, сейчас.
Давай же. Черт погнати. Нет, 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 нет. Так. Хорошие новости. Смерть от взрыва нам не грозит. А плохие? Мы, скорее всего, раньше задохнемся. Зато отсюда хороший вид. Вот и все. Черт. Ведь почти. Ну, раз уж мы все равно умрем, не хочешь ли в чем-нибудь признаться? Твои шутки. Не понимаю я их. Я читал твой дневник. Зачем ты разбил реактор, Кэп? Люди погибли. Тони, там в заливе было что-то под водой. Как-то связанное с реактором. Оно пыталось пробиться наверх. Землетрясение. Надо было что-то делать. Разлом Сан-Андреас мог треснуть к чертям. Океан бы поглотил город, погибли бы миллионы. Я в тебе не сомневался. Просто хотел услышать. А это еще что? Кто это у нас тут? Я всегда должен спасать положение. От бога грома я меньшего и не жду. Привет. С возвращением, капитан. Вот что это за восстановительная формула. Джордж. Как долго я был подопытным кроликом? Я знала, что ты так скажешь. Скорее умрешь, чем возьмешь у них что-то. Я тебе верил. Я спасла тебе жизнь. Ты можешь управлять техникой силы мысли. Просто подумай ты о своих возможностях. Ты заразила меня его кровью. Я мог умереть. Но не умер. Вспомни о своей мечте, Джордж. Из-за тебя! Я теперь как они! Теперь ты сильный. Ты украла надежду. Но теперь... Я собираюсь уравнять наши шансы. Да. Что ты? Я избавлю Землю от суперсил. Даже если они исчезнут со мной. Джордж! Привет, старый друг. Стив. Нат. Рад тебя видеть. Если бы я знала, что ты жив. Что ты у них. Не кори себя. Тарлтон даже и не знал обо мне. Что? Тогда, в тот день, Моника наняла Таскмастера украсть кристалл Терригена. Его люди включили охранные протоколы и запустили автопилот Химеры. Но та штука в заливе, они не ожидали. Тепловой сигнал.
Причина землетрясения, разрушившего город. Что это было? Я не знаю. Над, я все думаю. Если бы я... Все эти люди... Нет. Это не твоя вина. Корабль не должен был подниматься в воздух. Я бы поступила так же. Вы живы. Я знала. Простите. Пойдемте. Вы должны это видеть. Капитан Роджерс, скажу от лица всех, мы невероятно рады вас видеть. Спасибо. Я рад быть здесь. Когда Химера чуть не рухнула на Манхэттен, ситуация ухудшилась. Боюсь, АИМ воспользуется этой возможностью, чтобы усилить преследование нелюдей. Мы этого не допустим. Мстители нужны миру, как никогда. Мы готовимся к нашей финальной схватке с АИМ. Мистер Старк попросил меня узнать, что требуется Мстителям для этого противостояния, и я составил список необходимых материалов. Спасибо, Джарвис. Пора нам привести себя в форму. Посмотрим, что требуется. Отлично, сэр. Кроме того, возможно, нам стоит помочь нашим союзникам. Командер Хилл и доктор Пим сообщают о серьезных осложнениях в работе из-за усиливающих мер АИМ по контролю за мировыми коммуникациями. Чем мы можем помочь? Они просят нас уничтожить главный коммуникационный центр АИМ, чтобы наладить сообщение между членами сопротивления. Так давай поможем им, дружище. Кстати, о средствах массовой информации. Появились сообщения о том, что Тор Одинсон работает с бывшими учеными из АИМ в уединенном местечке в Скандинавии. Возможно, это пропаганда АИМ, нацеленная против Мстителей. Но лучше проверить. Согласен. Пусть Тор займется этим как можно скорее. Отлично выглядите, капитан. Здорово, что наша старушка снова летает. С возвращением, Мститель. У меня для тебя новое задание. Эй, Мститель, у меня для тебя дело. Нам бы очень пригодилась твоя помощь. Что скажешь? Потрясающе, правда? Спасибо тебе за помощь. Над, должен сказать,
Я не удивился, узнав, что ты не сдалась. Ну, я пару раз оступилась. Почти потеряла из виду свою цель. Ну, сейчас ты здесь. И мне спокойнее, потому что я знаю, что мы можем на тебя положиться. Мне твой костюм всегда казался слишком экстравагантным. Но, надо признать, тебе идет. Спасибо, Нат. Вот это спасение. Старина Джорджи будет в ярости, когда узнает, что ты снова в строю. Он непредсказуем. Мы должны быть готовы ко всему. Как вам удалось собраться спустя столько лет? Честно, это все Камала. Она верила в нас, когда мы сами в себя не верили. Она просто что-то. Вы с Брюсом можете быть чрезвычайно упрямы. Сколько всего мне надо наверстать. Не смогли предоставить никаких дополнительных объяснений необычайному метеоритному дождю, наблюдавшемуся этой ночью на севере центральной части США. Учитывая вновь активизировавшихся мстителей, можно понять, почему многие с тревогой поглядывают на них. Однако, согласно заверениям эксперта по астрономии из АИМ, космические феномены типа этого, хотя и происходят довольно редко, вполне естественны. И в данном случае граждане могли... Цитирую, наслаждаться этим зрелищем.
Спасибо тебе, дядя герой. Заходи, узри мои товары. Да будет так. Надеюсь, эта вещь сослужит тебе добрую службу. Превосходно. Воистину превосходно. Не пропадай надолго. Хочешь поработать над своим внешним видом? Я могу помочь. Захочешь сменить амплуа? Заходи. Почту за честь снова биться плечом к плечу с тобой, капитан. Взаимно, дружище. Мстители покинули людей слишком надолго. Если что, я здесь! Ровно то, что тебе нужно. Всегда рад иметь с тобой дело. Тебе понравилось? Правда? Дед, сказать об этом маме. Спасибо тебе. Огромное, сердечное человеческое спасибо. Слушайте, в моей лавке продаются товары. О, здрасте, капитан Америка. Так, я никогда не думала, что буду с вами работать. Можно я еще раз скажу? Я просто обычный парень из Бруклина. Ага, конечно, обычный. Капитан Америка. Спасибо тебе, Камала. За что? Как я понял, это благодаря тебе мстители снова в строю.
И благодаря тебе я здесь, так что спасибо за все. Да, конечно. В смысле, я рада собрать мстителей. Обращайтесь. Как ты? Готова? Да, в смысле нет. Типа да. Это чувство никогда не пройдет. Ты должна верить в себя и в то, что мы тебя прикроем, если нужно. Спасибо.